Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Люди, способные на подвиг, во все времена пользовались уважением и почетом. Их поступки остаются в истории, находят отражение в произведениях литературы и искусства. Думаю, каждый может назвать человека, которым восхищался в детстве и на кого хотел бы быть похожим. Для школьников моего поколения примерами для подражания были герои Великой Отечественной войны, полярники и покорители космоса. Проходят годы, но профессии, где требуется быть сильным и мужественным, остаются востребованными. К их числу всегда относилась служба в полиции. Наши сотрудники часто действуют в сложной обстановке, когда необходимо мгновенно принимать правильное решение, а любая ошибка может оказаться непоправимой. Иногда они жертвуют собой ради спасения других. Для нас очень важно, что во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи, это вдвойне отрадно. Несмотря на юный возраст, каждый из участников сегодняшней встречи в непростой ситуации повел себя смело и уверенно. Одни ребята, увидев, что совершаются противоправные действия, не прошли мимо и не сделали вид, что их это не касается. Наоборот, они проявили сознательность и предприняли все возможное, чтобы преступник был задержан и наказан. Другие подростки помогли найти пропавших людей. Третьи вышли на след тех, кто распространяет запрещенные материалы в интернете, и сообщили об этом в полицию. Владимир Колокольцев напомнил, что 2023 год объявлен указом президента Российской Федерации годом педагога и наставника. Наша встреча – еще одно доказательство высокой общественной значимости этой профессии. Не сомневаюсь, что учителя, тренеры, руководители кружков и, конечно, родители искренне гордятся вами. Глава ведомства поблагодарил юных героев за добрые дела и отметил, что всех их объединяют такие качества, как благородство, ответственность, принципиальность. Пожелал им отличных оценок, здоровья, успехов в спорте, верных друзей, а также новых свершений и открытий. Среди награжденных 16-летняя Мария Исаева из Новосибирска. В прошлом году на нее напал мужчина и вырвал из рук гаджет. Мария среагировала мгновенно и применила болевой прием. Не ожидавший отпора злоумышленник испугался. Бросив похищенный аппарат, он вырвался и скрылся. Вернувшись домой, Мария сообщила о случившемся маме, которая обратилась в полицию. По горячим следам нападавший был задержан. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Уважаемый Владимир Александрович, спасибо за высокую оценку моих действий в кризисной ситуации, в которой невозможно было предугадать результат. Эта награда придает мне уверенности и сил. Она станет стимулом к достижению еще больших высот. Также хочется отметить оперативность и слаженность действий всех сотрудников Новосибирской полиции. Благодаря таким полицейским, которые обеспечивают нашу безопасность, у людей появляется чувство стабильности и уверенности в будущем. Спасибо. Пожалуйста, успехов тебе. Почетной грамотой МВД России награжден и Егор Хайлов из Кемеровской области. Возвращаясь домой после школьных занятий, он заметил портмоне. Внутри оказались деньги, около 12 тысяч рублей, банковские карты и паспорт. Ребенок сразу позвонил в полицию и сказал, что хотел бы вернуть находку владельцу. Полицейские связались с хозяином и отдали ему потерянное имущество. Мужчина был благодарен Егору, который избавил его от лишних хлопот по восстановлению документов. Уважаемый Владимир Александрович, спасибо, что вы так высоко оценили мой поступок. Мне очень приятно, что помог кому-то вернуть потерянную вещь. Делать добрые дела, быть честным и неравнодушным меня учат дома и в школе. Думаю, что на моем месте так поступил бы каждый. Я еще не знаю, какую профессию выберу в будущем, но мне кажется, главное во всем оставаться человеком. Родители хотят, чтобы я вырос счастливым, а я сегодня очень рад, что они мной гордятся и счастливы за меня. Спасибо. Спасибо, Егор. Желаю тебе успешной учебы, хороших результатов и всего самого доброго. 9-летний Тимир Бахтиёров возвращался из школы и заметил во дворе соседнего дома небольшую мужскую сумку, висевшую на ветке в палисаднике. Он знал, что к чужим предметам приближаться опасно, но детское любопытство оказалось сильней. В сумке были молитвослов, 4 награды бойца специальной военной операции, в том числе медаль за отвагу и 200 тысяч рублей. О находке Тимир сообщил в полицию и разместил объявление в социальных сетях.
Сослуживцы бойца, потерявшего свои вещи, сразу же откликнулись и поблагодарили мальчика за честный поступок. Уважаемый Владимир Александрович, большое спасибо вам за то, что вы оценили мой поступок. Я не считаю себя героем, потому что поступил как хороший и порядочный человек. Родители всегда меня учили помогать тем, кто попал в беду. Но я знаю, что и ваша служба связана с защитой граждан. Поэтому, когда я вырасту, я хочу стать полицейским. Я даже нанесла рисунок, посвященный полиции. И в знак благодарности я хотел бы его вам подарить. Еще раз спасибо за оказанное мне внимание. Спасибо, Тимир, за такие слова. Я думаю, вот наши руководители услышали твое желание служить полиции. И они сделают все для того, чтобы ты пришел к нам работать. И ты назвал себя хорошим человеком. Я бы сказал, что ты человек с большой буквы. Молодец. А твоя вот награда, твой сувенир, вот эта твоя зарисовка, она, конечно, требует очень кропотливого труда, и мы ее постараемся сохранить. Спасибо тебе, Тимир. Десятилетняя Настя Бухарина вместе с отцом, сотрудником транспортной полиции, возвращались домой из отпуска на автомобиле. Пока полицейский следил за дорогой, девочка смотрела в окно и стала невольным свидетелем того, как из магазина с сумкой выбежал мужчина. А за ним сразу сотрудница супермаркета, которая пыталась его догнать. Девочка немедленно сообщила об увиденном отцу. Оценив ситуацию, папа Анастасии стал преследовать злоумышленника. Сначала он поехал за ним на машине, а потом, когда тот свернул во дворы, выскочил и побежал следом. Через несколько минут полицейский задержал подозреваемого, после чего передал прибывшим коллегам. Сотрудники магазина поблагодарили полицейского и его дочь за неравнодушные отношения и помощь в поимке преступника. Уважаемый Владимир Александрович, спасибо вам большое за приглашение на такое важное для меня мероприятие. Это для меня неожиданно и очень приятно. Мой папа полицейский, у него много наград, и я очень горжусь им. Он для меня пример во всем. Я очень люблю лепить поделки из пластилина, поэтому слепила фигурку полицейского со служебной собакой, которую хотела бы вам подарить. Спасибо, Настя, буду очень рад. Ну, у папы много наград, но, наверное, нет такой награды, почетная грамота от министра внутренних дел. Поэтому я поздравляю тебя, поздравляю всю твою семью с этой наградой. Желаю тебе всего самого хорошего. В этот день были награждены 14 ребят из разных уголков страны. И все они настоящие герои.